Ассаляму алейкум. Вопрос, судя по контексту, видимо, сестра задает. Есть ли у жены право на то, чтобы муж проводил с ней какое-то время? На внимание с его стороны, на разговоры? Если да, то в какой мере? И какие у женщины есть еще права, у жены есть еще права, помимо просто материального обеспечения? Бисмиллях, алхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Чтобы определенное время, с такого-то времени, то такой-то обязан муж сидеть с ней, внимание обратить или же с ней обращать, такого нет в исламе. Но Аллах в Коране говорит: «Ваашируһунна бильмаруф». Относитесь с ними с хорошим поведением. Хорошее отношение к женщине быть – это обязанность мусульманина. А так, чтобы требовать от мужа тоже сверх его возможностей. Например, есть муж, он или у него много друзей, или же он общественный человек, имеется в виду, занимается, да, проблемами мусульман, или же находится в джихаде, или же находится в даавате. Жена не имеет права постоянно требовать, мучить этого мужа, говорит: дома сиди, ты мой хак должен давать, ты это должен давать. Нет. А наоборот, со стороны жены должна помочь мужу, чтобы он работал на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. А так, может быть, этот вопрос здесь задает, нигде не работает, из дома уходит, постоянно среди братьев проводит время, эта вина может быть у самой сестры тоже. Как она относится к мужу, как она готовится к мужу, как она общается с мужем. Сама должна стараться, чтобы муж остался дома. А, конечно, если каждый раз, когда дома муж, она с ними споры проводит, каждый раз, когда он дома, с ним она в ссорах находится, конечно, муж более предпочитает, чтобы на улице жить, с братьями жить и не спорить, чем постоянно дома с скандалами с женой жить. А так, определенное время, чтобы сказать, с какого-то времени, день, час должен, обязан муж сидеть с женой общаться или же с женой поговорить, такого нет в исламе. Аллах, в общем, оставил у каждого по своей возможности, «Ваашируһунна бильмаруф». Относитесь с ними с хорошим поведением. Общее Аллах субхана ва тааля сказал, каждый по своей возможности, ну, мы не имеем права зуму делать. Да, каждый раз люди бывают, и мы не имеем права органичить человека, ты обязан столько дать или обязан это делать. А обеспечить жен и детей обязанность мужчин. Он не имеет права говорить: у меня сейчас возможность не тебя обеспечивать. Если нету, или отпусти ее, или обеспечивай. Обязанность мужа каждый день давать пропитание своих детей и своей жены. Каждый по своей возможности. Богатый должен побольше давать, бедный по своей возможности, но обязан каждому мусульманину. Если он не может обеспечивать и работать не может, тогда обязан мусульман дать им закат, чтобы он прокормил свою семью. Алхамдулиллях, Раббиль Аламин.